Косить траву в Кирове будут два раза в месяц. Об этом стало известно сегодня на совещании у главы администрации Ильи Шульгина. За последние сутки рабочие уже выкосили траву на газонах. Общая площадь составила больше 170 квадратных метров, отчитался руководитель дирекции дорожного хозяйства Альберт Гутнов. Но при этом в каждом районе города еще остались участки, заросшие травой. Самые проблемные из них на улице Красноармейская, Орловская и Милицейская. По словам заместителя начальника Первомайского управления Николая Большакова, на многочисленные просьбы исправить ситуацию подрядчики не реагируют. Добавлю также, что высокая трава, отметили в администрации, это серьезная угроза в пожароопасный период, комфортная среда для размножения клещей и грызунов.